Merci beaucoup. Buenos días, блин. Так. Папа Акбар. Жаль, что мне плащ не надо. Так. Плащ, плащ. Держи плащ. 190. Так, сейчас мы, конечно, распределим фантастический контроль. Не агрите, пожалуйста, трэш. Так. Звездочку контролит Лилия. Уже убили. Ладно. Так. Звезда Лилия. Кружок. Этот. Где он там? Deadmind. Ромб. Элиам. Погнали. Труд... сейчас с тобой. Луна. Конскюрит. Жест. Квадрат. Крест. Я. Пускай будет. Череп. Череп или пец, погнали. Я релогаю. Ну, релога сделай контроль. Так, я законтролил, бьем череп. Слабое звено, филипец. Прощайте. Теперь это можно звездочку. Давайте звездочку агрим. Я сагрил экзорцизмом, забирай. Командир чарнулся в рейд. Элиам, застань командира. Даю стан по звезде. Хелда нужно спасать. Держи каплю. Ложись, ложись. Так, командир чаржится опять. Так, покаяние спало почти. Давайте быстрее. Тяни, ромбик. Обновил покаяние. Все, тяните остальных персов сюда в рейд. Колечко упало. Так, это пойдет в фонд бедным детям. Это кольцо. Все, убили последнего моба. Идем далее. Так, еще. Матмас уходит после Ланы. Плохо. Не, я не дам кольцо, это для бедной детей Ланы. Так, давайте по контролю. Звездочка Лилия. Кружок, джест, ромб, матмас. Попробуй кинуть покаяние на кружок Элиан. Я в помощи. Там ребята уже стопнули. Там ребята стопнули АУЕ просто. Можно на кружок покаяние дать. Давай попробуй. Законтролил, да? Нормально. А я не это. Я у учителя скачал. Покаяние. Ну что, босс? Это перемога. Сынку. Так, рейснуть надо кильку в банке. Сейчас там не килька, а мертвец. Ну, редко бывает живая рыба в банке. Так что он сейчас полностью свой ник оправдывает. Блин, я не подумал, что килька мертвая. Ну че, ФКшит. Ну ладно, без него тогда. Чек на бафы. Кис, что тебе не хватает, друг? Кроме славы и денег. Жид стоит на лестнице, кому починка надо. Элем, готов? Элем, ты уже учишь скилл покаяния, да? Я смотрю, вот ушел, наверное. Пошел листать, где этот скилл. Дайте позвать. Это мне что-то напомнило этот...
Запись Каноба, типа Дэриус, ты в РК? Раз, два, три. В РК? Так хуя ты, сука, долбоёб, стоишь со слизнем и не водишь на большой радиус. Так, значит, ладно. Ну шо там? Ща лоха задефаю, нашёлся. Так, погнали. Кул. Горн обновить. Так, если будет на Элеме пак, просто молим все богу и захиливаем. Нет, с пактом он умрет, а вот если этот... Как он называется? Ух ты, он сорвал укус. Хороший ДПС, наверное, показал. Оффорд, бегай секрет этим, РДД. Так, секьюрити, выбегай. Господи, боже мой, что ты делаешь в мили-зоне? Видимо, стоит. Ах ты хитрец. Так, так. На первой взлетке отдаешь сакру, я дам мастер аур. Ментор, батлрап, лили, сбежались. Селф-контрол пока. Матмас, проверка снова. Поднимай селф-контрол. Ментор вылетел, плохо. Камерон, выбегай с рейда. У нас минус 4, это плохо. Ладно, минус 3. Так, забафали мага. Каску по селф-контролу. Лилия, гимн на ману пой. Консюрит майн, Лилия, сбежались. Дайте пристабаф, дали лапу, дайте каску по селф-контролу. Триксы, истерию на селф-контрол и МК. Вылетел, сорян. Ну, придется отменить этот ЕП. Минус ЕП. Сейчас будет взлетка, селф-контроль, прожмешь глыбу, если не татарин. Все выходим на рейндж. Отбежали от рейндж. Куда не прожимай тогда. Арестован парень за то, что на рейндж. Слишком татарин. На рейндж все вышли. Лилия, передай укус, или ты умрешь. Знаю. Андрей, гордин, кушай. Так. Хатай, поднимай селф-контрол. Конскьюрит. Каферти. Сбежались с фактом. Камерон выбегает вправо. Значит так, на второй взлетке все присты гимна отхил, мастер аур нет, сакры нет, беда. Нет, я зависла. Вестник еще человек, капец. Кили флешкой рейд. Заходит. Кеферти, Deadmind, Self Control. Лили, выбегай. Чем? Давайте рост. Давайте, у нас 30 секунд, чтобы перевести ее до взлетки. Так, сейчас будет... Тени на одном человеке, только в центре, не выбегай по стенку. Камерон, сбегайся с РД зоны. Селф-контроль, выбегай. Готовлю БР на селф-контрол. Давай, держи кнопочку уже. Давайте, все рейндж набрали, от лучше отбежали. Сакры не будет. Прожмите свои топ-скиллы. Поражал срезку на себя. Хилю. Селф-контрола флешкой. Гимн отхил, все отдали. Красава. Добиваем босса. Баш на баш, сбегайся с Джестелием. Хатай, выйди с рейда. Передали укус.
И выпадает калия. Ха-ха. Так, пошли дальше. Подвеска истинной крови 10% кому-то. Надо? Покоритель. Так, Камерун забирался в контрол тоже. Матмас. В контрол выше. Ты в контрол забирал или нет? Пацаны, у меня вопрос. У меня вот сейчас ноутбук, короче, щелкнул и отключился. Это что означает? Ну это означает, ну, пиздец. Он перестал работать. Че? Перегрелся? Понятно. Конечно. Погрел угнусь пока. Так, ну что, не надо никому подвеска? Да. Зачем забирать? Олег! Олег! Что? Мы этот Макгрегор квест дает уже следующий, я вроде как. Ну это, наверное, хорошо. Это сдает... просто велико лет. Так, я подвеску оставил в боссе, короче, пошли дальше. Так, ну опять надо РДД. Сколько уже заменило? Ты обычный токен не скинул? Там ничего не падало. Нет, там был один Ларус. Ааа, как заметил. Ну ладно. Держи. Грация, мэр. Спасибо. Пожалуйста. Тебя все итемы, которые выпадут при квестах в ГБ скинешь. Можешь пойти, пока АДК спек сделал. Служами. Блин. Так, идем далее. Так, нин-дэ-дэ. Слышали? Прочитайте, пожалуйста. Шамов перелогается. Давай, Войт, влетай в стройку. Фу, это опасно. Так, все бьем кружок. Кружок призывает трэш, от звездочки отбегаем. Прожал мастера. Давайте все в кружочек. Время дать сакру. Поем гимн отхил все. У кого нету кода, все гимн отхил. Кружок добить, потом звездочку РД. Давайте, гнев небес. Даю возложение рук на хилд, на киса, щиток на Войда. Сколько бесполезных движений, да? Использую 99% полезности класса, как говорил Джейрон. Топ всея сервера. Полезности, он шутит. Это шутка такая, он пошутил. Так, вытягивай звезду. Я помню, как гудел на 3% Калиона, когда рейд почти падал, дал сакру, Холи Пал не умер, и мы захилили этот рейд. Потрясающий скилл. А Диван, не помнишь от него? Да, помню. Тогда мы упали. Это величайший просто скилл. Дай каплю, Миш. Нет. Кружок тяни. Когда упасть перейдем? Ну, падай. Откатился, нет. Ладно, придется самому таунтить кружок, так и быть. Подержу на себе кружок. Прожму божественную защиту. Я так не умру. Сейчас танчу кружок. Все, теперь можно основной трэш убивать. Давайте, полководцы сначала, они вихри кидают, потом основной трэш. Повороте, ТВК зашел. Так, у кого есть хилы, плюсики поставьте.
Так, отлично. Значит, вы все спекнетесь. Так, у нас два рестер шамана, хулипал. Это 3, хулиприз 4. Так, давайте так. Соло и Джесс будете на рейде сидеть, все остальные в порталах. Присты, ШП, взрыв разума обновляйте по рейду. Один ретрит будет. Следите за маной, у хилов и даете гимн на ману. Фердинанд, друг, ты где? Почему ты фукашишь? Наверное, тебе надо минус ЕП за трэш дать. Так, вроде добили, поставь шкаф. А, у нас даже шкафа нет, АФК, шотлок. Не понимаю. А, не, у нас кис есть, я забыл. Давайте, ставлю рыбу. Кто там на рейде, кто на вальке? На рейде. Соло, джест. Остальные на вале. Ага. Так может ты их всех... Валька, я соло похилю. Хотел шутку сказать, но не буду. Уронит медведя, не доверяй. Я Хатею. Доверяю Хатею. Ладно, если бы я там хулипристом был, можно было бы соло похилить. Там на тебе камень, если. Окей. Типа КД там обнови, если что. Так, Филиппес сообщает нам, что он тоже покинет нас, мерзавец. Еще хотел зайти на мага колье порубить. Мерзавец, негодяй, гад. Да. Я не помню рейда, чтобы Филиппес как-то... А ты на фланге кухнешь? Ты решил ко мне лезть? Вообще. Так, я отпиваю ману. Давай, это иди к сакральному. Иди, идиот. Мать твою, а? А ну иди сюда. Ой, цемоньте селф-контрола. Все, сейчас отпиваем ману и начинаем. За звездочкой летать будете. Буду начинать перед вальпой. Говно собачье, жлоб вонючий. Чек на пол. Повороте, друг, ты зашел? Зашел. Так, отлично, все, начинайте, танки. Лапы, пристабав, интеллект. Соло, будь добр, диспель ледяную стрелу с хилов и диспель болезни с танков. Вообще со всего рейда болезни. Бьем все подавление, сейчас это подавление суммируется. Не понимаю, что Святая Леди говорит. А что если диван на валик, он чё будет? Мы захилим сразу. Ставит её, наверное, диваном. Так, справа, я занимаюсь справа, портал, будем справа летать. Занимайте порталы. Тотем шаману, прям в вальку поставь, чтобы бонус к хилу давался нам. Отведи вот этого верховного мага, тут. Не вижу портал. Давайте, взлетим. Полетел. Куда надо полетел? Видишь, набрали 6 стаков. Фантастика просто. Килим дальше. Так, я пока по центру стою. Смотрим порталы далее. Диспель, стрелы. Справа также будем начинать.
тает, тает на дороге грязный снег. А меня матух встречал. Так, идем далее. Подавление слить. Усвоить быстро задиспелить. Так, справа опять начинаем. После этих порталов даем рост. Звездочку забежали. Security. Захилься. Security. Как там, Олег? Прости, родная мать. Наверное. Давайте. Рост. Филипец, выделяя Вальку по гимна ХП. Есть. Лилия, выделяй Вальку по гимна ХП. Соло, выделяй Вальку по гимна ХП. Подавление справа, подавление справа, быстро. Слить подавление. Дедмайн, выделяй Вальку по гимна ХП. Танк Петыч. Блин, я хотел сказать, кидай СС на себя. Давайте, два ляма дохилить надо. Ты бы не послушал. Гром слева, погром слева. Не флудите, погром слева. Из-за подавления обосрались. 800 тысяч не хватило. Ничего и без дыр. Да, я меня убил в этом. Абсолютно точно. Пожалуйста, выпади, ботинок. Такой чмо, 10 лет в одной пещерке бегает, играть не умеет до сих пор. Да, не выпало ничего. Не густо. Но выпало колье. Но у Филоки всегда СС на себя кидает. Колье надо? Да, конечно, попробуй так не туда кинуть, куда РЛ сказал. No, на милика. Кант, кот, рога. Так, Камерон, это... Ты забирал вещь уже, тем более она не идет тебе, это кольцо. Баш. Баш что-то забирал? Нет. Посмотрим по ЕПГ по системе. Ноль. Ноль, да? Ну и шмота, значит, ноль. Каферти молодец, выиграл. Два ПР. Пояс. Ну а теперь Камерун выигрывает с ПРом 0 и 5. Он брал смотры? Да, вроде да. Давай посмотрим по журналу. Камерун, наручи из когтей северного медведя за половину. Хорошо. Не повезло, бисовый пояс забрал Вар, красава. Ну, Вару отдаем пояс. Хорош. ПР 0. Идем далее. Ставлю лут, каждый сам за себя. Тут падают вещи, которые стоят 20-30 тысяч голды. Поэтому... Может 40? Вчера за 50 подавал. Нету вещей за 50 тысяч. Не обманывали. Я выторговал. Можете сумануть меня? Тут пока добегу, пройдет шкаф целый... Шкаф не хотят тысяч. Ставить, пацаны, надо им пиздюлей дать. Так, кто там... Мой идет. Тыкать не хотят, суман. Негодяя. Давай, Камерон, накину тебе ЕП. Пацаны, пацаны, у меня кошка рожает, пойду на минут 5. О, господи. Филипец, не надо ЕП, я понял. Да нахуй надо, да? А, Олег. Как одежды не были. Олег, можно отойти на минут 5? Печеньки не упало. Это у тебя кошка часто рожает. Блящая. Смотри, мы 4 человека поменяли, Мори предупреждал.
отойду на пару минут. Живой отмечу. А нет, троих. Троих поменяли. Лори предупреждал. Вот у нас... А, четыре даже поменяли. Ёп. Знаете, у нас луж нету теперь, у нас АДК нету. И зачем они? Без луж на это делать. Заставили его сделать спек с лужами. Я не знаю. Контроль. Что за херня? Мне показывают, что я играю луком. Сейчас паладином. Что это за хуйня? Что это за баг? Игра тоже не может определить, что это за хуйня. Ага. Зря гуделка список этих лучших шутников не включил. Он уже смешнее, чем этот вот за последний месяц. О чем вы? Ну ты же голосование делать, все шутки самые смешные. А ты думаешь, что он не играю? Ты думаешь, что он зашел? Разбить меня в прах своими шутками? Никто не шутит лучше гудел. Просто нужно было второго, ну выяснить, кто второй после гудел. Это я. Ну, по скиллу игры я первый, если что. По шуткам он первый, а по скиллу второй. По скиллу я первый. Ну, поняли, да? Ну да, я понял, но я оценил твою шутку. Да ты оценивать не умеешь. Еще подшути, что ты хилить умеешь, друида. Я лучше всех. Я лучше. И это не шутка. И еще подшутит, что не станет сингрыда. Жопа нет. Ну вот этим, да. Давайте два дракона одновременно бьем. Я пока не могу использовать. Я пошутил, но у меня дети в комнате просто. Я что? А ты тут при чем? Ты их развитие не дотягиваешь. Хочешь сказать, я уже взрослый? У мамы. Зачем далеко ходить? Ты что, один живешь? Нет. С женщиной живешь? Да. Главное, чтобы не с мужиком. Ну я думал об этом. Да. Выигрывает. Тебе сказал, что шведы забьют? Ты чё, за Германию был? За то, чтобы две европейские команды вышли из группы. В смысле, Португалия будет чемпионом мира? Не будет. Это шутка была, кстати, хорошая.
Я не знаю. Ну, я хочу, чтобы Кристиан выиграл все кубки за свою карьеру. Ты договор с ним заключил, да? Для меня это, ну, легендарный футболист. А когда они там с Грецией играли в финале, то был чемпионат Европы? Это был они где-то выиграли... 2006 или 2004 год. Чемпионат Европы. Давно. Но Кристиан уже, ну, как бы, у него одного кубка в Лиге Чемпионов больше, чем у всей Барселоны вместе взятой за всю ее историю. Нет. Ну, поровну, по 5. Вот это уже ближе к правде. Ну, он как бы еще выиграл чемпионат Европы. А сейчас, если еще мир заберет, ну, он единственный футболист, который взял столько наград за всю историю футбола. Мальдини 5 чемпионатов, 5 кубков брал Лиги Чемпионов. Не, ну не знаю, он... Ну, если понимаешь, есть такие люди, которые как, ну, таланты природы, такие как Месси. Я не спорю, он просто от бога игрок. Но есть такие люди, которые вот именно, ну, работают, короче, каждый день работают, чтобы быть на уровне. И это Криштиан. Ну, он такой человечище. Босса надо запускать, потому что у меня уже батарейка села в мышке. Сейчас я поменяю. Не будем спорить, кто там лучше, Роналду или Месси. Месси лучше. Нет. Ну, кто это кусок дерьма в сборной? Криштиан тащит сборную, не надо ничего говорить. Месси ни о чем. Три гола до этого чемпионата, три гола было за все чемпионаты мира. Нормально тащит. Но не будем об этом долго рассказывать. Ты видишь, как он играет, что он играет на командах, а не просто на себя? Он забил голы, только, ну вот... Просто такая, ну как бы, типа дали забить, он забил. А так он всегда пасы отдает. Все, я поменял. Ну ты, короче, как Войт и Джерри, он также можно сравнить. Это леди. Моя тактика. Видишь, Олег, я ради гильдии поменял батарейку в мышке. Нет, в первую очередь поменял ради себя. Не, ради гильдии. Нет, ради себя поменял. Без батарейки ты не смог добраться до компьютера. Поэтому решил поменять. Просто подменяешь понятие и все. Так. Че, пиво поменяю, секунду. Кулак под дроидом. Сейчас подожди, я отнесу чашку. Ради гильдии это сделаю. Подожди. Кстати, мне еще М5. Угу. Давайте раздвиг. Посру ради гильдии. 10 минут, подождите. Это уже мем стал, да, у вас ради гильдии? Не только ради гильдии, блядь. Ребята, спекнулся в танка, придумал спек сам, блядь, представляете? Ждем ретрика, он вылетел. Одел 4 брошь шмотки. 4 ради гильдии. Сука. Кирилл, заходи. Никто такого не делал для гильдии, блядь, ради гильдии, сука. Сейчас бы грудак с мастерством и меткостью одевать, ну, менять, наверное. Сейчас ретрик зайдет, ребятки. Славь, ты дебил, что ли? Да. Сука. СС твой. Алло, что? Да не, Слава, не девай тело, зачем он еще? Да нормально. Кирилл, сходи. А что? Куда? Порешает, что ли? Да, Рулича. А? Да, заходи на Синдрулича. Кем? А? Кем, бля? Ретриком. Кем умеешь играть, заходи. Значит, не заходи. Ну, действительно. Так, не, все равно тут перекап мастерства.
Дедмайн, ты спекнись, пожалуйста, в ДС здесь потребуется... А ладно, не спекайся, в 5 хилов захилим, оставайся в ШП. Где же Ретрик-то, ё-моё. У него опять гроза. Грозу ебануло под дом, наверное, вылетело нет. Он так грудок не переодел, смотрите на дебила. У меня, кстати, тоже дождик прошел, такой приличный грозовый. Он думал, что ты не говорят. Славик, я по эксперлу вижу, у тебя 7 просмотров больше, чем на ютубе, смотри. Бары, крикните на хаб. Хаб? Кулак ПДК. А, седер зашел в СБ. Макгрегор настолько умный, что он знает, что у нас... А, ну да, в принципе, два пола есть. Можно и кулак бафнуть мне. А зачем вам маг? Он же бесполезен. Он сорвет агро просто. Заебатая логика. Ну, с твоим фрост-шмот грудаком, да. Спорим на косарь сейчас, никто с меня не сорвет. Без напула. Сейчас подожди, козырь напишу, пусть на мага напулит. Чё мне бафать, алё? Ну давай напули. Кулаки. Кулак бафай! Ага, и сальву просто в копии кидаешь, да? Да-да-да. Две одновременно, блядь. Просто минус маг бесполезный, все, ничего страшного. Это в лучшем случае. Бафнул кулак, да? Да. Отлично, поставь сразу сосредоточение и погнали. Дайте мне бафу, блять, алё. Дайте ему бафу, чтоб что-то делал. Держи крест. Кулак по себе бафни. Есть фласка на танка, чешу. Все, я запустил. Хильте чешу. Криста баф дайте. Баф дайте. Смотри, я просто, блядь, за людьми. Чек мне баф. Чек на пол, йоу. Криста баф дайте, Лилия. Дедмайт. Где ваш-то пул? Твой, йоу, поставь босса, йоу. Кому дать боб на притяжке, йоу? Ой, притяга, ла-ла-ла-ла-ла-ла, 5 секунд. Сменил, вот, ла-ла-ла. Сменил. Метр, стоп, мне такой есть. Какой ник? Я дам сальму. Метр. Ладно, боб дам. Обдотали лича заново, сейчас взлетит лич. Метки вперед, 8 метров друг от друга, хилим меточки. Давай, соло, раскидывай щиточки там. Ментор залагал, отбежали от него. Бежали. Спрятали за глыбы. Лево падает, оббежали. Оббежали. Но он в метке, он не сагрит. Там же падает. Метки до 200 тысяч без дот. Слете метку, всем ГП накину. Метку, за которую с тем не бить, там 190 тысяч уже. Слева метка 50 тысяч. Господи, боже мой, что ты делаешь, лок? Хатай, подымай, киса. Вставай, кис. Ты жив, ты с нами, не волнуйся. Раздали бафки. Это как сигареты эти тонкие, да? Васап, у тебя умен работает? Да. Меня забагал. Ну, ментор опять, ну, сотка у него сейчас. Так, даю с... Блин, нет на панели скиллов в этой ситуации. Или другой поспользуем, да. Ты на притяжке меняй форму. Ну, из формы и во форму обратно. Не бежали. Даю сальву на ментора. Прикинь, багается, он срывает. Тебе не обязательно в кота прыгать, ты можешь просто нажать по форме медведя, да, да, выйдешь с нее и сразу форму медведя, это одно ГКД будет.
Они в кота, а потом в медведя, это 3 секунды. Я видел, видел. Вдруг ты затупишь, не успеешь. Я знаю. Оффорд наплевал на тактики, набирая 10 стаков, пока три хила со освобожденной магией. Молодец. Красава. Хочет, чтобы у нас был нервный тик. Да, сейчас нормально поиграю. Второе место 89% Фердинанда. Ментор с кем? Нет мага, нет агро, нет агро, нет проблем, все правильно. Я, блин, я завис из-за Вофорда. Еще пока живой. Пока живой. Спасибо, что живой. Захожу. Еще живой? Да. В онлайне? Да, да. Бля. Бля, я, короче, обосрался и забыл про роль паладин. Фраза пошла. Бля. Ты тут, Олег, нет? Под босс. Бля, садись. Метку под босс. Ну. Хоть видел на кому? Святая леди, бейте босса. Тут была ранее одна метка. Нет, на ссылка на первом этаже. Следующий под босса надо. Стопните там. Босс, под босс, инскьюрит, блин. Дал саку. У меня багнулась панелька. Не могу хилить первую пати, хильте. Давай рост, давай. Неси метку. Но я не поднимайся. Под босса метку. Оффорд под босса. Мелики отошли в РДД зону. О, теперь могу хилить. Седер тут? Да, да, да. Сливайте метки. Я подниму потом. Поднимай. Вторую метку. Когда буду меняться. РДД метку. Мелики босса. Могу поднять кого-то. Говори. Хатай, ты тут? Да, я тут, но я поломан, если что. Пошел. Ну, повороте под босса. Я поставил джинса, если что, справа. Не стакайте ничего. Следующий под босса. О, господи. Дал сакру. Бля. Жив еще, слава богу. Давай, под босса килька. Милики отошли в РДД зону. Крузачек спрятались. Лилия, давай гимнатхил. Гимнатхил, думаю. Под босса селф-контрол, капельку дал, кельти селф-контрола, 4 стака на мне, отбегу. Зерг? Нет, не зерг, следующий под босс и потом зергаем. 3 ляма, ну. Нельзя. 2. Дедмайн гимнат хил, соло гимнат хил. Все, теперь зергнем. В сторону. Беги, малышка, беги! Талик. 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 Виталик сурвил Талик. ГЦ. Кому осколки? Алиам, который покинул рейдовую, он был потом. Да, он всегда.
Сейчас сразу все те, кто получал, Стави получил. Unscured получал печеньку. Тогда Чеславия, молодец, выиграл. Цветая леди, ты это зашла в рейд, и ты 25 человек в рейде, поэтому ты получила лед. Талик. Парни, минировал. Что делаешь? Случайно кинул. ГЦ. Где? Да, сейчас поставлю пошли видео. Вон, стоит. Надо бы идти кто-то в фласку на танк. За 200 голд, кардан. Да иди ты в жопу, блядь. Еврей, сука. Ради гильдии продает. Но. Напомню. Не куплю ради гильдии, блядь. Ну иди нафиг ради гильдии. Повороте, да-да-да, повороте дашь? Повороте, повороте, повороте. Ты тут? Прочитал книги. Бля, мне через 10 минут надо уйти. Хорошо, тогда мы за 10 минут убьем Лича. Прочитал книгу про французскую революцию. Так, давайте, чек на АФК, рассказываем тактику. Кружок, станю я. Не, неправда, не я. Олег, подожди, Сатара Рэпа Винс не пустят, Святая Леди, я в районе. Не знаю. Так, ставьте шкаф. Кружок станет батл рап все время, трусы станет всегда. Войд. Дайте тебе... курить идем, не? Что ты говоришь? Курить идем. Да, сейчас пойдем покурим. Так, кружок нибудь. То что прожмешь сразу альтов 4 через 10 минут? Ну да. Куда ты уходишь? Опять кто-то позвал? Ну я приеду, мне уже надо выходить будет скоро. Я ж почему пришел. Да валим, встанет и все. Ну как белорусы были хорошими людьми, так и остались, в принципе. Ладно, оставайся 10 минут. Чек, шкаф поставь. Кружок, батл рап, трусы, войд, первая волна. А, у нас еще и хилд есть, господи. Ну тогда... я трусы все. Хорошо, ты трусы, войд, ромб все, а батл рап, кружок. Если что, я постаню там. Чек на пул. Слайк, может я зайду на декатанка, а ты на демон лока? Не-не, ты такого никогда не видел, тебе стоит это посмотреть. Я не хочу СС на тебя вешать. 5 и крестобов. Не вешай, я же не умру. Ты с таким танком как Хелд, если ты конечно его не разобьешь Вальку, то тогда, блядь, можешь вешать. Поставьте шкаф, пожалуйста. Попросил 3 раза, но не поставили. Задерживать время, надо человеку самому. Братишка Виталик, ставь, тыкай, блядь. Так, диспели, чему у нас соло? Но у меня тут как бы мастерство хардкап, так что у меня агронабор очень мощный. Бафаем приста. Ты интеллекта не докап. Ну да, 8541 всего лишь. Ну да, IQ где-то тоже 8, в принципе. Ну да. Печально. Дай тинту маги. Все, запускаю. Пристабал дали. Нелики в квадрате стоим. Ой, шоссе за кольцо. У меня?
Не, нормально. Это нормально, послушайте эксперта, блядь. Чё у меня гуся? Говно. А, только не силовое. Только не силовое. Ну такое есть, нормально, стамины больше там, заебись, всё охуенно. Гнилого надо. Да похуй. Ну, а да, кто это говорит вообще, я не понимаю. Поворот это. Сколько точил, никаких вопросов не было. Затанчил уже 10 ЦЛК. Ну фу. Это повороте? Да, я повороте. Да будет так. Это не повороте, это вот говорит. Путаешь повороте свой, да? Ну да. Давайте встали, встали. Господи, боже мой. Ой, можно поклевать на первой фазе? Да, клевают, только за. Шаркарь вылазит, милики в квадрат. Батлрап мне это. А, это ты, господи. Это дело ловушка перебежали. О, ловушка 3 секунды. Подпал. Квадратик встали. Чума 1 секунда. Батлрап выноси. Рядом ловушка. Смотрим ловушку. Мелики ловушка. А, нет, РДД. РДД, РДД. Блин, ты там стоял в мелизоне, поэтому я подумал, что это там и остался. Снова в квадрат встали. Мелики ловушка в квадрат. Второй шаркар, скажешь, когда каплю дать. Повороте. Я думаю. Мы знаем. Ты чмо. РДД ловушка 30% до переходки. Веди Ильича на край. 2%. На край. По-моему, СС я забыл. На вода кинешь. 1%. Все, хватит бить. Давайте все к квадрату. Квадрат встали все. Все в квадрат. РДД. Танить могу или нет? Не-не, все нормально, тут все схвачено. СТРР, подавай гимномана. Ааа, класс, молодец. Отведи тогда трэш. Листы все бьем. Шарик. Рейндж набрали. Шар, сбить быстрее. Второго духа начинаем. У нас мало ДПС. Плане АДК 9, Хури 5-4 и 2-4 человека. Лилия, будешь замедлять квадрат. Дедмайн трусы. СТРР по ром пытками. Сверки будете бить? Все, давай. Все в звезду, РДД добили духа. В звезду встали, тотема в звезду поставили. Повернили чак, чтобы звезда смотрела на спину. Давайте играем. Замедлил кружок. С центра всем выйти. Маскирение 1 секунда, с центра все выйти. Танскьюрит. Ром добить. Давайте рост. Трусы долить. Все. Давайте опять в центр. Также, короче, становимся как на первых вальках. Оскоренение выносим к порталу. Так, кружок Battle Rap, Ромб, Войд, трусы, хил. Если что, я помогу застанить. На первых вальках разбегаемся к трону. Разбежались. Скирнение, давай сакру. О, повезло. Трусы, стан. Играем.
через трусы все. Нажмись, войсвой. Аман. Вальки. Давайте, Ром, сними. Ром, сними, это аман. Отожми кнопку. Пока шумаешь. Скринение. Сука, кто это говорит? Алло. Выше со скринением. Свернул окно, чтобы посмотреть, какой хороший человек это делает. Встали в звездочку. Станы опять даем. Сыграли все вальки. Играем все вальки. Этот Шанан пидор. Мут. Извини, что оскорбил. Давайте в ромб играем. Так, трусы добить. Трусы это хил. На рейнджсы выходим. Не забегайте в лужу, там еще ловушка служит. Встали в звездочку. Этих валик убиваем и со скрине не выходим. Ромбик трусы. Ромб застанил. Оскорнение, Макгрегор, выйди. Ром, добить 200 тысяч. Теперь трусы. Все, переводим рычаг, звезде все отходим. Сапайка. 12 секунд до валик, 3%, 2%. Крик на хп. А оскорнение одна. Секунда. Не веди лича в центр, сейчас будет переходка. Все на край сейчас идем. Все, давайте все на край. Я чуть не свалился. Рейндж набрали. Три хила, плохо, но терпимо. Дедмайн, давай гимнаман. Говори, когда каплю кидать, буду кидать. Второго духа. Начинаем бить второго духа. Я не того, ладно, значит. Так, Кис кинул СС на Войда. Фердинанд кидает СС на Хатей. Фердинанд, ты слышишь? Оффорд, подними Бэтлрапа. Сферку будете бить? Я сейчас буду кидать ГП вам. Мы получаем очень много урона от вот сфер. Пристабаф и лапу по батлрапу, каску батлрапу. Бьем только кружок. Надо бумага риснуть. Бля, конскрюет, подними селф-контрола быстрей. Быстрей подымай. Захиньте его. Нормально, вот где агрота. Видели, что Кис сделал? Он упал. А, Кис, ну. А ты демон был, да? Да. Ну и правильно. Пошли дальше. Нам не надо демон, чтобы бить лича. Пристабав заново, лапу, каску, помогу. Присты раздал. Могу так. А чё, кральки нету, да, с нами? Нет. Нет, пробежали дальше. Можно дать сакру теперь. Да нет, не надо. Дам инерхэн. Сейчас выйдем, будем бить двух духов. Так, у нас им БР еще на Джесте, на Хатае есть и на Войде, если что. Так, не вижу духов, плохо. А, все, вижу. Давайте квадрат усиленно. Можно гимноман? Давай, пой гимноман, уровень ставь тотем. От виде лича, РДД бейте духа, милик идите бить лича. Все лича идем бить, милики. Так, духи спускаются. Отбежали от духов. Тебе надо давать каплю? Осквернение. Тотем обнови под лича. ХТ осквернение стоит в милизоне 2 секунды. Отбегайте.
все равно дал каплю. Так, Макгрегор. Жест, подымешь его после комнаты. Где мы звездочки? Давайте, звезду нашли. Так, бомба впереди. Ничего ты не знаешь, Джон, снова. Тотемы просят обновлять после комнат. Гримс, ты слышал? Обновляй тотемы. Все к порталу идем, духи спускаются. Там духа добили большого, да? Джесс, поднимай Макгрегора. Соло, давай гимноману. Скирнение 3 секунды, выбегаем. Елька, от него отошли. Да, по-хорошему вам бы ГП нахуярить всем. Фердинанду, Кису. Не рассеть, его вдруг понадобится еще Гар. Ледяная скорбь жаждет крови. Входим в звездочки. Бога просто. 30 фул мана, блядь. Сука. Пока здесь, впереди бомба. Взорвалась, погнали. Да бомбу слови, что-то раги нет. Так, впереди еще две бомбы коварных. О, еще одна бомба. Давай Сакру. Мастер Ауэр прожал. Осторожно. Так, я в бабле заберу. А, бля. Не могу забрать. Блядь, забирайте. Да. Я не хочу умирать. Забирай. Подымай его! Не надо, не надо. Убер остался, подымай. Камень был. Короче, танчите лича, могу кого-то поднять. Быстрее говори, кому Убер. Да никого танчите не хочу поднимать. Блин, я ждал это возложение рук, короче, на себя случайно. И бабл на КД. Добивать уже так 5 лямов осталось. Еще отведи лича немного. Ты же не смотрел, где тут. Смотри. Сейчас он умрет. Не. Давайте быстрее, 3 ляма осталось. Не хочется в эту комнату заходить. Ну хватит вести его уже. Будет комната. Давайте бафы по войду. Каску еще ему. Крик на ХП. Вы пришли, чтобы вершить суд. Лапку. Чтобы уничтожить короля лича. Лапку. Каску. Вы спасибо. Фу, хочется убивать, когда ну, никто не умирает и не тупит, а тут столько слакеров. Три лока, блин. Три лока и все слакеры, блин. Подожди, Фердинанд умирает от духов, Макгрегор от духов. Повороте числа в комнате, походу. Security, ладно. Кис срывается с обрыва. Тщеславие умер отлично, наверное. Там тело, походу. Нас в рейде 4 слакера. Чаржнулся в духа что-то, да? Вот, ты по духам мажет. Молодец. Злоб успеха. Блин, ни одной шмотки, короче, из танка. 4 шмотки для биса в трех спеках.
Придамажил Гафферти и Баша. И Седдера. Не, ну Седдер вообще... пакет просто. Да это у тебя фанил, я специально вышел с Вовки посмотреть, кто фанит, специально сказал, что вот это был ты. Что движет вами? Праведность. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. Ну ладно, давайте до ПП накинем. Прости. Не было. Простим. Не, ну за 2 часа нам... А, да, вайпа уже не было. Я уже забыл, что мы не... без вайпа проходим. Ну, по времени. Простим Фердинанда за то, что он под духами стоит, умирает. И киса тоже. То, что он с обрыва... падает. Ну, ладно, сегодня разрешаю прощать. Self-control, то, что срывает агро. Вот self-control не надо прощать. Потом простим еще этого. Повороте умирает в бомбах. Сатерера, по сейчас тебе накину ЕП. Всем отдельно. Так. 500 тебе. Не забрали, потому что невосприимчивость была тщеславия. Тщеславия, тебе надо какой-то лут с рейда? 700 тебе. Кто еще был не с нуля? Фердинанд был не с нуля. Я был не с нуля. Фердинанд с нуля же был демоном. На, все, сорян. Почему он тогда не... демоном же был на лече, нет? Нет, потом кис пришел, он спекнулся. И упал с обрыва. Виталя, блядь, подъебал. А с какого ты босса, Виталя? Совет. Совет, да. Совет должен был. Ладно, ты еще. 500. Наконец, я свободен. А сколько до пипа? 3500? Сын мой. Настал час. Еще... сколько? Ну, 2500 плюс 3500, вот и считай. Так, вот сюда. Так, ну я всем накинул точечно, кто не... Это что, у нас только 4 замены было? Наверное, 5 было. Да что там, не лутать кому-то, тщеславию надо что-то? Да нет, ты просил. Рост, нет? Дал рост. Блин, одна валька улетела, и то шаман. Капец. Да капец какой-то, да. Пора закрывать эту бабушку. Глора Тирена. Короче, так тупо пришел на Легион. А там Ласт тоже, короче, всех весь рейд убивает. И блять, ну так тупо. Тоже всех убивает, потом там типа, короче, подруга дерево такое вызывает, и ты трупом к дереву подбегаешь, воскрешаешься. После леча, конечно, вообще, ну, никакого разнообразия. Лол, ГЦ с Глорой? Ага. Ебать. Ты даже меня переплюнул там. Рога 0 ГС забирает чешку. Какой маг поставил порт и офнулся? Ну, ментор, наверное. Укоритель. Точно. Не, да, я один. Я не получил. Ты первый по Перусе, да? Угу. Че, у вас будет что-то еще или все? Ну, тут сейчас СРС, наверное, соберем, верно? Конь. Ну, я на сегодня все. А, ты уходишь? Да. А, ну давай. 91 на фот, держи. Вот, давай. Даня, пошли на офф, там 2 дня бесплатно. Спасибо. Даня, спасибо.
Так, это придется без васаба релить. Или можно сегодня не собирать ничего. Мне завтра не будет ничего. Хочешь, я тебе дам НХ поиграть? Если там собирать, вообще, то надо вообще он классный. Пока все есть, пока вон варенька есть. Прям энхи на офи, короче, ну, вообще супер. Если, ну, ровный, типа, ну, всегда первый по ДПС. На любых лосах. Я был в рейде. Приветствую. Ну, тут сустятинка ебномага. Олег, дай пачку. Я что-то тоже заткал. Я думал, уже все что-то начистили. А у мага это двойное в First Life? В следующий раз пиши в РК, на кого ты ролишь, на кого ты ЕП собираешь. Ах.